Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, наблюдаем за супер баталией. О, у меня 5,2 БД. У Византии уже 7,5. Зато у меня 125 дисциплины, а там 10. Блин, а что мне делать? Сейчас он сейчас 100 счета от меня возьмет, и больше чем уверен. Вот елки зеленые. Елки зеленые. Фиоп еще, блин, падла. Да, как неприятно, что я стал перейти. Ой. Чё? Саму Цейлону. Да. А чё, будет мега деф или нет? Да какой там деф? User left your channel. Ты издеваешься, что я про это? Могу попробовать, но... User left your channel. Там за тебя же могу. А за него и этот, ты чё? Перс. Он тут проиграл, блин, этот ещё. Ещё проиграл. Пал, ты тут вообще? User joined your channel. Гуджарат. Гуджарат, отзовись. Да? Я тут. Да, давай, ставь вассалом соединение, сейчас будем биться до последнего опять. Ой, помню в прошлый раз. А Юти, не хочешь поучаствовать? А, так, а вот что, давай не будем еще одно такое видео, просто флажки поменять надо будет. Угу. Я да. Юти такая, наверное. Могол, призывай. Конечно, да. Да нет, там наоборот. Они... Там мои. А, ну да. Или так. Вообще. Так. Так, Гуджара, сколько у тебя денег? У меня 100 монет. 100 монет. А Юти, сколько у тебя денег? 250 есть. Маджипахит, ты тут? Да. У тебя сколько денег? 1000. Кинь, пожалуйста, денежку. Ему на институт надо. Да, я не на институт. Да пофиг на институт. Какой институт вообще? Пофиг, институт в этом нет. 14 тех. А что у вас такое там? 13 тех. Напал на меня. Персия. Персия, Эфиопия. И все. Ну да. Но мне не хватает денег на наемников. У меня наемников очень много, лимит у меня большой, но, к сожалению, ни черта нет. А, я говорил, не надо пускать всяких пидоров в Индию. Это ты про кого сейчас? Ну, не важно. Про Гуджарат. Вообще нельзя не пускать никого к себе на континент. Так, у меня есть генерал 6-6. Куда погодь, не нападай, идем со мной вместе. Ну, иду, идем. Я тогда... Блин, дайте мне денег, я найму еще 20-ку наемников пехоты. Пушки у тебя ну, есть, Гуджи? У тебя есть рекруты? Есть, ну, 50к. Короче, ладно, все, я понял. Я все понял, пошли. Пошли по грязи. Так, а куда идем-то? Всё. Сейчас, погодь. Встал пока. Насрать на крепости, все отобьем. Не, я пока стою, жду тебя. Ну, я имею в виду, что если что, пускай берут. Да, пускай берут. Всем, чем мог, помог. Я типа нанимаю наемные пушки, или что я делаю? Не так. Жизнь, да, я нанимаю наемные пушки, так нужно их удалить всех, пока не поздно. Ой, это дичь, они столько живут. Наемные пушки. Так, зачем вот, тебе? Сейчас. Шаблон. Пушки. Шаблон, регулярные войска, 15. Нет, 20 пушек, я думаю, нормально будет. Слышишь, Пава, что тебе предлагал Китай, я там слышал. Китай мне ничего не предлагал. Так. Займ, еще один займ. Хорош. Так, 20. Нормально. Так, наемничков, 40 отрядов нормально. Фал, ты идешь, они прям это, они тебя ловят. Где ловят? Кто ловит? Патна. А, я дурак. Ну, блин, нужно было раньше так делать. Ну, пошли. Ну, я тоже с твоей иди вперед, пойдем. Вперед иди. Иду. О, блин. Чё-то я переоценил хорош, свои стоим. Силы, да? Нет, я не переоценил свои силы, идем. Да, идушь.
Раз сейчас под подойду, вот все. И пришли. А какой у тебя повод? А, завоевание, все. Ну. Ой-ой-ой. Че ой-ой-ой? Как же вы их ебошите? Да какое там, блин. Вы сейчас вассалы ваши подойдут еще, вы сейчас подойдете войска, вы победите. А не больше, нет. Не больше десца, ребят, на десяточку. А они да... мясом сейчас возьмут и тупо придавят. Не-не-не, ребят, меня мясом не придавят. Там, посмотри, 90 и 50. Тысяч? Ну да. Еще идут? Еще идут, еще 12. Еще, и 7 еще, еще яички идут. А я даже не вижу, где они там идут? Они идут, вот, сейчас они в кучу придут. Ага. А, да это фигня. Чё, мы проиграли? Как? Когда закончилось? Твою мать. Я наемников просраю. Спасибо, просирусич. Ладно, подожди, лучше, а не иди, там? Не иди, не иди. Ладно, собираемся назад, бывает. Да, и я ж отступаю. Сюда мега нужен, вообще без меня. Война. Да, да, да. Так, сейчас, отступление 13 февраля, хорошо. 11, 12, 13. Погнали. Все, отступай, отступай, отступай на территорию на юг. Сейчас да, все будет хорошо. У меня сейчас пушки клепаются, пушки вот подойдут, нет. Нормально будет. Не, ну в следующий раз будет этот же боевой. Пол ляма потерь, привет. Англия, води, у тебя 100 единичка. А? На, единички. Главное не промахнуться и армию не вывести из битвы. Да, точно. Там у нас... А там нет. Там все, там все уже. Не понимаю, до чего он ведет, до чего он не уходит. Эзэ. Ну... Сколько у него сейчас займов? Ладно, стойте, народ, я отхожу. Армии. Видите, одну армию... В 713 займов у него. Кто-то ему выплачивает займы. Кто же это такой? Да, 2200 у него, неправда. Он больше взял. А сейчас кто-то пиздит, народ. А, 2200, да. Это повлияет, 700 стоит. А, Ребельсон, у тебя денежки есть? Есть. Дай, пожалуйста. Все, сдался он. А, все. Так, за что ага, кому за дать? Что? За что? Вообще-то так, бриташка, что тебе давать? Ну. Я за ТЦшки. Какие? Ну, Мемель и Данцик. Ну, а ты хочешь мне передать ей? Ну, я вон их передал тебе. Я не против их взять. Я хотел бы... Это твои 33 счета будут. Давай. А ты знаешь, Хампшир, это... стоп. Еще и Хампшир обязательно. Тогда Хампшир и Мемель. А Данцик может лучше взять. Это двойная такая ТЦ-шечка. Хорошо. Дальше в Нидре что тебе? А, мне бы хотелось... Стэттен, короче, Сашка Любика. Стэттен. Любика. Вижу. Передача. Что, на сегодня все? Нет, мы мир подписываем. Слушай, а что еще? Сейчас. Это можно мне еще и Холланд, если он влезет? Это моя смотри, родная профка. Вот от Любика две области. Вессар, Росток. Висман, Росток, Мекленбургские профки это. А, достаньте на дорожку, в смысле? Грать награбленная, да, началось? Ага. Вессар, Росток, видишь, около Любика? Да. А и Брауншвейг еще сможешь? Ну, стоп, а Саня же тоже свои профки вернуть надо, не забывай. Что его кони... О, тогда Десетина не хватает. Запечатайте пока мир, я кое-что посмотрел. Хорошо. Но Десетина не хватает дорожки. Такая 79 Прусаков против 193 Нидерландцев. Так, Сеттин, что тогда еще? Висмар и что еще? Сеттин, Висмар и Росток. Да, 29. Ну вот как раз дальше. Картошки, Халланд, Данцик. Его... Хэмпшир. Вот как раз. Забрал меньше счета. Ну да. Освободи Богемию. Там одна профка и в ней золото. Он потеряет много. Слушай этого человека. И он не сможет освободить. Ха-ха. Да, не могу освободить.
Ну, у меня как бы ее профки есть. Больше. А, да, ну и такое. С паузы снимайся, то флот убрать. Сейчас, я заключаю мир. Да, сейчас я вообще начну играть. Сейчас иди и мата, кстати. Все, крапер заключается, ты просил подождать лишь. Да, пожалуйста. Я посмотрел битвы, какие нашли. Во, красивая Пруссия. Три Пруссии, я бы сказал. Все, отжимаю. Я даже ничего не завоевал. Только вернул свои. Да? Да. Так что это вы агрессоры. А я Д'Артаньян. Аллилуйя, хоть какая-то победа у Англии. Картошка, я себе 5% отдал. В смысле 5%? Ну вон мемель, видишь? Отсчета. Тебе намного больше счета. Великая! Че, сидим лет 200 и теперь рекрутов восстанавливаем. Ирландская империя. Нет, в следующий раз к нам Рашка придет и скажет, вы это возвращайте провки. Ну ты построй побольше линкоров, и никто счета даже не наберет. А, ну да, конечно. Угу. Да. Ага, да. Ага. Ну хоть какой-то... А вот Висмара взяли крепости, то хорошо. Крайпер, прости, сам виноват. Говоришь, что я сам виноват, не надо. Ну вообще-то да. Прихожу такой, ну давай Хамшир на лунты Гоинги менять. Не, давай-ка ты мне всю Данию отдашь. Ну, я вообще-то такой, ну, я тебе говорил, жопу. Две провинции. Я не отказывался, ты говорил, ну там, тебе доверия нет, все да, такое. Потому что не это надо. Правда. Тебе не было доверия, я так сказал, потому что я тебе то отдам. То есть картошка, ты... Крайпер еще и согласился на предложение, да, с двумя, смотри, провинциями. Он согласился. Но ты мне говорил, что он не согласился. То есть смотри, и здесь меня наебал. Не перебивай меня сейчас, я тебе объясняю. Картошка говорит правду только во сне, и то не факт. Ну-ну. Блять, заткнитесь вы все уже, а? Я сначала договаривался с Крайпером. Да, договаривался сначала. Лунт и Гоинги, но я ему не верил, потому что он сначала говорил, чтобы я ему провки эти отдал. Вот, ну, лунт и Гоинги, да, видимо, через продажу. А потом он мог мне кинуть и Хамшир не вернуть. Я сказал, у меня доверия нет. Все. В чем проблема? И после этого он не захотел со мной меняться. Сказал, я хочу Данию. Нет. Ты мне говорил, я хочу Данию. Я эти слова запомнил. Успокойся, короче. Я так спокоен. Ну, ясно, спокойно. Как Никита, знаешь. Разве такие провинции? Не смешно. Ну, а то, что ты Хамшир взял, не это нормально. Ты это, хам. По первой войне. Да, Никита, я знаю. Я помню, давай попробуем говорить друг с другом серьезно. Прошел денек. Я уйду от вас в свою Атлантиду. Интересно, смотри. Если бы Крайпер напал на Англию, то, наверное, все повернулось бы по-другому. Если бы он на меня напал? Ну да. Когда? Ну как только перемирие закончилось. Нет, на самом деле было бы то же самое. А тем временем мне уже 71. Типа, понимаешь, если бы не было вот этой унии, да, Рашка, Франция, то все было бы по-другому. На самом деле я вообще не думал, что вот так вот все повернется. Да как бы все было, мне интересно. Ну, ты вступился бы за Пруссию, все было бы намного лучше для Крайпера. Ну, бы это на ноль умножили. Да. Надпись Пруссия стала тонкой. Я бы сказал, что у нас теперь три Пруссии. Опасно. Прусская Скандинавия, Пруссия. Интересно, я увижу последствия ваших ковыряний между Россией и Францией, если загляну в раздел. О, желание свободы не такое высокое, красавцы. Дизеры все-таки, да? Ноль. Или подожди. А, жаб, наведи мышкой на желание свободы, посмотри, боже, что пришло для этого. Boy, Pate of Our Loans, 53 по 5 за каждый займ, это там вернулось. 9 тысяч вы или 10 тысяч обернули? Да, да, там 10 тысяч было. Жесть. А вы что, там деньги вымогаете или что? А у них оборотка была. Я понял. Денежные коррупционные схемы. Ты представь, сколько там левака просто... Коррупционеры насытились. Там 1003, наверное, просто сгорело. Я угораю. Я вот каждый раз не прихожу, и
Мой бот закидывает соперники моих союзников. А, меня закинул, ну, да? Он и тебя закинул. Ну, кстати, можем убрать друг друга опять. Опять? Да ты ж Никита говоришь. Да. А вы уже замутили, понятно. Сам с собой, думаю, разговаривает. Я тоже так думаю. Вы все хейтеры Никиты, а Никита мой пупсик. Да он сам видит нас. Он кусается, конечно, но на самом деле... только Ребельс на один раз. На самом деле он довольно... Мы забыли, я Д'Артаньян. Был. Когда-то он был. За кого вы держите кулачки в битве Великие Моголы Гуджарат против Персии? Там вы Эфиопии. Ой, я даже не знаю, за кого я. Просто когда начинают... Ну, конечно же, Персия. Нет, ну, Фала я, конечно, люблю, но просто Персия Эфиоп как бы сейчас братки временные. Сколько у тебя торговли в Балтике? Ну, 50%. А как ты думаешь, сколько сейчас может быть, если я еще не закорил даже? Не, ну... Я бывает. Я захожу, а вы, дорогие зрители, за ну вот там, ты же все нидрам отдаешь, а нидров. А, все равно не шотнем, какая разница? Ну, шотнем, не шотнем, не но успеем. Получат они по харе здорово. Война в Европе закончилась, теперь ваша война. Ну да. Да тут уже времени-то осталось. Тут, короче, Гуджарат обижают. Ну, я вижу, вы включили убойную машину. Называется «Стерплю любые трудности, но победу вырву». И потом. И красавцы, вроде как получается. Ну, такое, на самом деле, не особо получается. Сейчас он сдохнет, и там не весело будет. Так, кто мне тут стоит со мной? Мне так много людей не нужно. Раб, а чем там-то все закончилось? Распилили, да, все-таки? Статус отняли, да, провинции. Ему чуть-чуть не хватило до победы. Ему бы 1030 лишних. И он бы победил. По рекрутам он, в принципе, уже уделал. Если бы он смог продержаться в войне еще, то, может быть... Ну, хотя тут тоже наемники и все остальное. Понятно. Стоит, хорош, спасибо. Короче, я что-то сделал? А, да, почему? Фал, я тебе ничего сити назначу. Ладно, во, ребят, смотри, какие у меня шикарные генералы в этот раз. Я просто не могу. Вот это просто... А какой еще у тебя генерал? На 4 осады. А, ну зашибись. Вот, ой, блядь. Че они такие сильные? Вот никогда, кстати, еще не видел... На пятерку осаду. Ни разу еще не видел. Фал, ты... А ты куда повел? 2000. Что повел? Куда повел? Идея, Идея сади Эфиопа. Эфиопа одну крепость? Да, сади. На юге? Да. Ну окей, я пошел к себе тогда вот туда. Ты всех наемников нанял? А, нет, останься там, ну ты уже ушел, зачем? Ну так ты, ну так же сказал, иди осади, я и пошел. Блин, у тебя что, одна армия, что ли, ты глупый? Да, где твои еще две армии? Одна армия, не вся армия, остальные все перебили. Я отбил. Я сейчас буду брать и нанимать еще, но у меня 200 монет всего лишь. Жопахит, справа там институт? А, сейчас. 2500 поднять. А провки качаются? Ну, то есть, ну, конечно, качаются. А вот собирался. Блин, мне сейчас выпал ивент. Сразу минус 5 инфляции. Плохо. А, это плюс... банк, да? Да, банк. А у нас нет. У нас все. А у тебя экономические идеи есть? Угу. Да. О, у нас он шел, но как мы дождем.
Да не, я думаю. О, я потерял. Жаль, кто-нибудь может взять подкинуть, а? Да. Пал, а куда идти теперь? Нет, говори. Да. Он как бы по погоде. Паузу, срочно! Все, я успею. Картошка попросил бы, я тебе вот это деньги! Я бы тебе тоже кинул, ты чего не попросил? Спасибо. Не потом, а то я в минус не хочу идти. Вот это, да, ладно, убирай паузу. И мне это не моя пауза, это не моя пауза. Ладно. Это фала. А вы, кстати, слышали, упал ведь война с Эфиопом? Давай. А, в смысле, слышали, какие участники? Дима. Чё? Что? Ты Тироль будешь дальше качать? Зазекс, Марка. А, да, что? Марка. А мне война еще идет сейчас. Народ, как вы думаете, стоит ли Марокко подсказать убрать из купцов из Тафилата? О, это... Которая золотая проволочка. Не говори, как... пожалуйста, вообще. Ой, он. Короче, он хороший парень. Чувак, ребята, это то, что я слышал, типа Франция, хочешь как Никита. А нет, он хороший, да ладно. Какой, блин, бред на самом деле. Франция, давай мириться. Мириться? Чувак, знаете, ты вообще напал на Андалусию, объясни мне. Какого хрена? Ну, так получилось. В смысле так получилось? Ты взял, напал на страну, которую собирался жрать я, на мой кор напал. Ты напал. Да, я не думал, что Франция, Франция, ну просто... Пожалей человека, Франция. Пожалей вот эту маленькую маракашку. Маракашку? В смысле пожалей? Я вас, блядь, пожалел, я не вступился нахуй за пупсик. Он еще молод, Франция. Ты же наш пупсик, ты что, забыл? Я вас пупсик, да? Да, блядь. А ты видишь? Франция, давай я тебе денег дам, а? О, видишь, новая корова дойд. Сколько? 400 тысяч. Ты же знаешь, что ты хотел. Франца, ты знаешь, что ты хотел, я тебе это сделал. Ой, вот это точно надо в видео превратить 400 тысяч, ну это просто. Супер мем. 400 тысяч, которые Андалусия дала Франции. Не, ну там было больше, там вообще-то было 470. Да, 470. Он собирался давать миллион. Вы просто читеры. Француз, Сазик, драть быстрее. Я уверяю тебя, воин что-нибудь сел поубирает, вот 100%. Ну, вообще-то уже с добрым утром. Чё не весело-то как? Хотя бы успел что-нибудь построить. Меня, кстати, чуть из партии не кикнули, Никита, на твою радость. Да, я лично. На самом деле, честно, я был слегка в шоке. Ничего не решил. Я долго очень думал, что он шутит. Очень долго я думал, что он шутит. Этот андалуз. Потом бац, бабки кинули, что, блядь, серьезно, ёбка мать. Поэтому я пришел, думаю, да ну нахуй, лучше это не знать. Марокко, ты где? Давай сражайся. А что делать, бамблюк? Играет. Чё? Бамблюк напал на Марокко. А убирайте субсидии уже, алло, ребята. Франция, нидеры, ну. Точно. Эксплуатеры хреново. Нет. Все, штраф Англии. Я? И соси. Франция, давай мириться. Ты можешь все равно спокойненько убрать. Успокойся. Потом, год пройдет. Тот, кто закинет тебе, Астра. Волнуйся. За помощь. И потери. На тебе, псина. Дима. Вот это, блин, соплевок. Вы можете, как его, из Марокко выделить эту мальту как независимую? Ну, можно попробовать. 20. Я чувствую себя таким богатым. Я всю армию поудалял. У меня немножечко армии. И у меня 20 монет баланса. А, Реберсон здесь? Сазекс. Сазекс тут? Да, да, что? Кто что? Коалиция. Или в третий Рим. Реберсон, слушай. Да. Обновишь мне субсидии? Я там тебе чуть больше начал привозить. Не надо, не чуть больше. Не надо. Давай потом рассчитаем. Когда мы заканчиваем? Можно? Слушай, Ребесон, ты знал, какой у меня ивент сейчас? Так, ну,
Кораблекрушение. Купец пропал в море. Мы закончим, если кому-то очень прям надо. Если никому не надо, то мы можем играть. Не, надо. Надо в доту. Доту надо. Пираты. Да, кстати, пираты. А что, чуть-чуть? Пираты, ребят, сколько? Пруси, я готов купить золотую провку. Нет, я еще. А я бы дал Пруси. Не, наследник. Нет, спасибо это чуди. Нет, у меня девелоис будет, твою мать. Не хочу. О, подожди, подожди, картошка, я знаю, как это исправить. Хочешь делать династический брак, картошка? Кидайте, кидайте браки сразу. Давайте я посмотри, сколько мне придет. Нидерланды. Каменька, пошли. Нидерланды, Россия. Что там вообще карта династии, посмотреть хочу. Так, о, Пруссики. Ну, от Пруссии-то это самое то. Там высок. Русская династия. Я с, нет, я с, я с Португалией заключу один брак. А хрен там плавал. Я хочу, чтобы у меня правили Саламониды. Это топчик будет. А это чьи? Это Эфиопия? Да. Народ, Саваеды? Короче, видимо, поздравьте, у меня опять будет новая династия. С руля. Ну, кстати, можешь отменить. Чтобы правили Саваеды? Саламониды это штупчик. Капец, когда тебя грабят на ту монет. А вы пираты? Знали то, что у Могола династия Тимурид? Вообще-то, с добрым утром, там она всегда такая. То есть это от Тимуридов просто, да. А я думал изменить династию Тимурид. Боже, живот ворчит нормально. Покушай. Передай. А, кстати, Дима, говорю ему, чтобы он покушал. А как ты создал Моголов же из Тимуридов, получается, верно? Ну, я уже не помню, по-моему, да. Просто тогда... Нет, Тимуриды еще есть, вон и корки остались. А, не-не-не, я их создал из... Какого? Короче, там какая-то провка была, Кашгар или что-то такое. Ну вот, короче, из него. Бывает. Кстати, до сих пор не было упадка Янычар, прошу заметить. У Сосмана? Не-не-не, ты отказался. Да. А у них вообще были янычары? Были. Да-да, сейчас будут, а у них 4-4-4. А заканчиваем или нет? Ну да, видимо. Да нет, вроде. Просто мне уходить уже пора. Ой, на меня напал Марокко. Ой, Ливай. Мы заканчиваем уже. Ливай. А если бы сидела Венеция, то он бы ливнул. Что он творит, Марокко? Из игры? Да. Не, ну это жестко, конечно, так сливаться. А, пощадили бы его. Это, картошки передай Ребельсону, чтобы он пошел покушать. Пошел в жопу, я тут вам не посыльный. Давай иди покушай, Ребельсон. Вот. Таня. Что? Может, иди покушай. Давай картошку. Уже возьмем и закончим, просто мне идти надо как бы. Ну все тогда. А, ну давай, да, тогда хорошо. Пока. Мы просто... Нет, пока, а где давай. Ты что? У меня война как бы. Мега она будет вот равно, с этим погнали. Еще брать и разбираться. Ребельсон, размуть Никиту, он тебе здоровья желает. В смысле, мы игру заканчиваем? По-моему, это вранье. Да. Добрым утром. Да, все, победитель Франции, 2000 развития. А что так рано? О, ужас. Да, 1-6. А, это же еще и Рашка учитывается. Да, покажи, что это не вранье, докажи точнее. Народ, а вы знаете, что Рашка невеликая получается, верно? Никита единственный позаботился о твоем здоровье, когда ты сказал, что у тебя плохо. А что, все, что ли? Спасибо, Никита.